Германия, точнее ее рынок недвижимости, ценится из-за прогнозируемости, стабильности и надежности. Но можно ли назвать его идеальным решением для всех? Разумеется, нет. Альтернативы Германии – какие они? Поскольку возможная доходность напрямую связана с риском, во многих странах вы можете заработать больше. Прямо сейчас. Никакой сенсации в этом нет. В 2008 году весь мир пережил экономический кризис. В большинстве стран Европы цены на недвижимость упали. В некоторых странах рухнули. Немецкий рынок недвижимости пережил кризис относительно спокойно. По-моему, даже средние цены в абсолютных цифрах в те годы не падали. Но потом во многих странах начался рост. И неудивительно, что он получился более масштабным, чем в Германии. Словения, 2015 год, рост цен на недвижимость 15%. Мальта в том же году плюс 12%, а в 2018 – 10%. Ирландия, 2017 год, 12%. В отдельных регионах и даже городах показатели могли превысить и эти цифры. Например, квартиры в лучших районах Праги росли в цене и 2, и 3 года назад на 20 и более процентов. В каждом случае этот рост имел свои причины. Где-то рост экономики и увеличение внутреннего спроса. Где-то сыграло свою роль снижение ипотечных ставок. А, например, на Мальте и на Кипре свою роль сыграла программа получения гражданства за инвестиции. Главное здесь в том, что спекулятивные инвестиции в конкретный момент времени более выгодны в других странах. Как понять, в каких? Оценивая перспективы недвижимости в общем, то есть в конкретной стране, безотносительно регионов, мы должны рассматривать множество факторов – и экономических, и политических. Например, безумно популярная Испания, безусловно, перспективна на курортных направлениях. Место, где можно было вкладываться и в недвижимость, связанную с инфраструктурой, а также отельным бизнесом. Я, как оценщик, не совсем довольна текущей политической ситуацией в стране, например, в Каталонии. Это тот риск, который уже отразился на инвестиционной активности. Но все равно Испания показывает неплохой рост, и еще 3-4 года он сохранится. Или, например, Болгария. Долгое время находилась в кризисе, но в течение последних 10-15 лет болгары наблюдали, как живет Европа, и выстроили свой рынок по европейским стандартам. Раньше он существовал только за счет иностранного капитала. Сейчас здесь много дотаций на развитие экономики. Да, сократилось количество российских инвесторов. Но это не страшно, так как увеличилось число местных. Внутренний рынок стал живым. Это более важный показатель. Начали выдавать финансирование на выгодных условиях. Активно развивается бизнес. Ожил рынок недвижимости. Думаю, как раз Болгария – очень хороший потенциал для дальнейшего развития. Конечно, рынок аренды в Болгарии не так развит, как в Германии, и немецкий опыт нельзя просто переложить на болгарскую почву. Чтобы стоимость квадратного метра выросла, нужно, чтобы сами болгары захотели инвестировать. Они уже начали, но чтобы вкладывать еще активнее, надо больше зарабатывать. Нужно, чтобы сократилась безработица. А это долгосрочный процесс. На него потребуется не менее 5 лет. Но важно, что он начался. В Греции после 10-летнего падения цены в ближайшие пару лет точно вырастут, так как страна дает вид на жительство на выгодных условиях. И это самое мудрое решение, которое приняло правительство – поднять рынок недвижимости за счет возможности получить ВНЖ. Если вы хотите относительно быстро сыграть на росте стоимости квадратного метра, на капитализации, причем времени ждать у вас нет, что ж, вам точно нужна не Германия. Да, вы гарантированно выберете менее стабильную сторону, но чем-то придется жертвовать. Выбирайте страны, где есть внутренний спрос. Это всегда важно. Осторожно оценивайте инвестиционные перспективы в странах, где есть программы получения ВНЖ и гражданства для инвесторов.
Безусловно, если ваша цель в том числе и переезд, если вы планируете эмигрировать, то совмещение двух задач – это шанс. Но если вы просто хотите получать доход, оставаясь в прежней юрисдикции, оцените, насколько вероятный рост цен зависит от текущих обстоятельств. И что будет, если обстоятельства изменятся? Если же говорить о доходе от аренды, то я считаю, что 5% доход без учета возможного дорожания объекта – тот хороший показатель, на который условно может ориентироваться инвестор. Если вы видите перспективу заработать в какой-то стране больше – это шанс. Если нет, поищите решение в Германии. В следующей серии проекта «В чем плюсы и минусы немецкого кредитования?». Подписывайтесь на обновление YouTube-канала Prian.ru, ставьте лайки, спрашивайте и комментируйте.